Боже, Сэм, ты не должен заниматься арахнидами, когда меня нет рядом. Чем ты только думал? Я же не знал, что они так прыгают. И мне так холодно. Холодно. И жарко. Ой, цвета какие странные. Конголезская сонная вдова. Один укус, и мозг скручивается в трубочку, а потом кома. Тебя может спасти только прилив адреналина. Устал. Как-то все перед глазами плывет. Послушай меня, Сэм. Я доставлю тебя в больницу, но спать тебе никак нельзя. Ну, хватит уже ездить кругами, кругами, кругами. Что на тебя нашло? И почему у тебя вместо головы мяч? Тепло, пушисто. Свернулся теплого мишки на брюшке. Тепло, мягко. Нет, только не засыпай. Это голодный гризли, он тебя сожрет. Мне паршиво. Паук, нет, ну это зачем? Мелкий такой, как горошина, а поганый, как уже что? Говори, приятель, говори. Рыкнул на меня, прямо в лицо. Больно, Джонни? Отлично, значит, ты еще жив. Я, между прочим, спать хочу, мистер Головомяч. Я вижу свет. Мама, это ты? А чёрт! Сэм, не отключайся. Не иди к свету, Сэм! Ладно. Не пойду. Никуда. Стой. Погоди. Или наоборот, надо к свету. Вот что. Короче, стой, где стоишь, и гляди на свет. И никуда не иди. Ни к нему, ни обратно. Джонни Головоша! А ты выйдешь за меня замуж? За человека, которого так феерично стошнило? Лучше спроси меня об этом попозже. Мы уже в парке? Нет, Сэм, мы едем в больницу. В больницу. Сэм, Сэм, только не спи, а то я тебя ударю. Только попробуй, мистер Головомяч. Я тебя живо проткну, вот увидишь. Я раз и... Я слышу злых сов, огромных злых сов. Мы на месте, Сэм. Все будет хорошо. Ура! А можно нам белок себе оставить? Они такие славные. Thank you.
возьми, Рон! Я знаю, что на этой улице склад поддельных лекарств! У них есть разрешение, а нам надо соблюдать правила. Сперва ордер, но пока мы его получим, товар уже уйдет в продажу. К черту правила! Мы полиция! Давай поедем и раскатаем всю дрянь! Не в этой жизни, дружок. А вообще, знаешь, это и есть другая жизнь. Ну да. Я не шучу. Давай возьмем машину, поедем и передавим все эти фальшивые лекарства. Серьезно? Ух ты, мы что, правда собираемся это сделать? Да, я не шутил. Сейчас? Да, сейчас. Один готов. Не помню, чтобы тебе так нравилась работа полицейского. По-моему, почти все. Почти все. Этого недостаточно. Мне это не нравится. Девлин, я начинаю сомневаться, не напрасно ли мы все это затеяли. Ничего, тебе понравится, я обещаю. А, вот и дилеры. Тихо, Рон. Мы с этим покончим? Еще как. Мы зашли слишком далеко. Покажем этим типам, что такое настоящие копы при исполнении. Каждый гражданин может стать супергероем. Привет. Как дела? Рокки, смотри на дорогу! Федуль, ты готов? Я. Ну-ка посмотрим, что умеет эта штучка. Известны сведения, которые могут осложнить дело твоей жены. По правде сказать, я ее почти не знаю. Джерри, мне нужно твое сотрудничество. Кем бы я ни был, форму я не утратил. Ранее в игре «Драйвер Сан-Франциско». Еще увидимся, Таннер. Увидимся! Последнее известие. Платина плюс аммиак равно цианид. Эксперт по борьбе с терроризмом предупреждает, что есть повод для беспокойства. Знаешь Арделла Уильямса? Новый водитель команды Джерико. Я просто одолжу его тело ненадолго. Работа под прикрытием. Так когда меня возьмут на дело? Расслабься, мы тебе скоро позвоним.